Всем привет! Это вторая часть боев на картах с захватом точек. В одном из них мне удалось поиграть с топовыми игроками против топового клана. Также мы рассмотрим оставшиеся три карты с захватом точек. Карта Атриум. Здесь три контрольные точки, карта небольшая. Здесь вот удачно получается, мы распределились и Б забрали сразу. Здесь вот хорошо с этой стороны снизу из-под лестницы выходить, потому что обычно отсюда не ожидают. Так, здесь мы проигрываем. Надо возвращать точку. Так, ну вроде вот начал уже захватывать точку. Пока что проигрываем. 360 на 200. Ну, нормально. Что-то пока не идет играть. Но уже С захватили, Б захватили вроде. Сейчас вот А надо бежать захватывать. И Б охранять. Так, первого. Давай, давай. Второго. Ну, вот здесь точки захватили. Главное теперь все точки захватить. Как-то надо... Пока что не получается захватить точки. Ну вот. Сейчас Б захватим. Плотно бой идет. Друг за другом прям идем. Что-то сложно идет здесь бой. Хотя точки захватываем. Ну, как бы практически равно идет бой. Но сложно. Ну все, С, Б захватили, надо А захватывать. На С бегут. Но здесь уже начинаем выигрывать потихоньку. Переломили ход боя. Лучше издали вот так стоять и расстреливать. Все отлично. Концовка была просто ошибись. Здесь тоже надо набрать 1200 очков. Здесь мы уже ведем. Перехватили, да. Инициативу перехватили. Ну все, здесь мы выиграли уже. Да, неплохо сыграли. В принципе. Но вначале видели сами, как мы проигрывали. Очень хорошо даже. Главное собраться. Карта Хэллоуин. Это временная карта, пока что в преддверии, так сказать, Хэллоуина. Эта позиция хорошая. Здесь как бы расстреливать хорошо можно. С автомата. Так, вот, хорошо пошло начало. Троих убрал сразу. Здесь у меня, кстати... И броня, и здоровье восстанавливается. Четверых убрал.
То есть здесь сразу, видите, инициативу перехватили, и уже мои товарищи уже там начинают у респауна их всех разбирать. Очень грамотно получилось. Всех гашу. Unstoppable, нормально. Здесь очень хорошо стоять и охранять точку уже. Патронов уже практически не осталось на автомате. Можно так расстреливать издали. Ой, не то достал. Не то достал, но успел. Ой, даже издали успел с пулемета убрать. Случайно получилось. Когда приближался, хотел дробовик достать, но нормально получилось. Еще ни разу пока что не умер. Здесь уже у них шансов нету, здесь уже 800 на 200. Ну да, здесь 100% победа. Ну, то есть, вот пример, когда захватили точку, и уже у респауна начинаете их просто жестко прессовать. Им приходится уже отбиваться у респауна. Карта большая, ферма. Как я и говорил, топовый клан попался. Забрали все мы точки практически. Сейчас вот еще одну. Ну, я думаю, знают этих игроков многие, потому что они в топе. Так, только А осталось. Ну, видим, что здесь есть кто-то из наших. Сразу бежим на Си. Если видим, что кто-то там захватывает, сразу туда бежим. Здесь защищаем. Б. Все, бежим на С. Так, не успели. Вот глупо он сделал то, что дальше продолжил Джаггернаута стрелять меня в упор. Так, на А быстро бежим. Сейчас будем ее оборонять. Так, отлично. Сразу как захватили, бежим на следующую точку. Сзади кто-то не успел. Здесь хорошо идем. Столько промазал, из-за этого и умер. Ну, преимущество хорошее. Ой, здесь надо было переключаться на автомат. Б.
Блин, еще никак не нажал, никак прицелиться. Не мог прицелиться, в общем, нормально. Так, С захватываем. Ну вот, опять же, у нас две точки, так что все хорошо идет. Ну, здесь уже успел я. Ну вот, 1200 на 700. Играли против клана, так что, я думаю, было интересно. Это были три боя с захватом точек. Не забудь поставить лайк и подписывайся на канал, чтобы скорее увидеть еще больше видео об игре Guns of Boom. Пока!